Друзья, всем привет! Меня зовут Антон, и я занимаюсь декоративными штукатурками в городе Донецк. В сегодняшнем видео вы увидите современное, красивое, максимально простое в нанесении и очень прочное покрытие, которое также можно будет нанести и в ванных комнатах своими руками. А главный плюс данного видео – то, что вы не только узнаете саму технику нанесения, также вы узнаете сам рецепт, из чего можно будет сделать данное покрытие. Так что присаживайтесь поудобней и досматривайте данное видео до конца. Друзья, всем спасибо огромное, кто досмотрел до конца. Сейчас я хочу вас попросить нажать на паузу. Да-да, действительно, нажмите на паузу. Подписаться на канал и дать со всей силы леща колокольчику, и вы почувствуете этот кайф. Вам сразу же станет легче.
Ай да ладно, на самом деле вы ничего не почувствуете, но мне будет очень приятно. Я буду знать, что на моем канале самая лучшая аудитория, и я буду стараться для вас снимать все больше полезных и крутых решений для вашего интерьера. А с вами, как всегда, был Антон. До новых встреч! А, подожди, не выключай. Друзья, как я и обещал, в каждом своем мастер-классе я буду разыгрывать трафарет. Так вот, данное видео не исключение, друзья. Кто хочет выиграть данный трафарет, и кому интересно, кто не знает про эти трафареты, на моем канале есть уже подробное видео, кому интересно, заходите, смотрите. Так вот, более детально все условия будут написаны в описании, заходите и в комментариях, я все распишу. Если так вот более коротко рассказать в двух словах, что вам нужно будет сделать, в ближайшие 3 дня выйдет 3 моих мастер-класса, то есть сегодняшний и еще 2. В каждом из них я дам по рецепту и по классной фактуре, которую вы сможете сделать своими руками. Так вот, что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет сделать одну из этих трех, ну то есть неважно, точнее это может быть, не одна, там, две, три, сколько захотите образцов вы можете сделать. Главное, что вам нужно? Вам нужно будет сделать образец, сфотографировать его и выставить мою группу ВКонтакте. Я создам там альбом отдельный для вас. То есть вы закидываете. Какие плюсы для вас? Это, ну, первое, это самореклама для вас. И вторая, возможность выиграть данный трафарет. Так что, в принципе, друзья, желаю всем удачи. Участвуйте. Более детальные условия, все, я же говорю, в описании и в комментариях. Заходите, читайте.